Привет, друзья! Сегодня мы приготовим ягодный пирог, но очень простой. Получается нежный и пышный. Давайте готовить вместе! Для пирога нам понадобится 4 стакана муки, 4 яйца, 1 стакан кефира, 1,5 стакана сахара, 1 стакан ягод, в нашем случае это замороженная черника, но можно взять любые. 1 чайная ложка соду, которую мы погасим уксусом, 2 столовые ложки растительного масла, 50 грамм сливочного масла, пакетик ванилина весом 2 грамма. Взбиваем яйца с сахаром. Делаем это в одном направлении до образования пышной пены. Заливаем в кефир 2 ложки подсолнечного масла и добавляем ванилин. Также добавляем соду, которую гасим уксусом. Все немного перемешиваем. Следом отправляем растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешиваем и начинаем понемногу добавлять муку небольшими порциями, чтобы не образовывались комочки. Вот такое тесто у нас получилось. Засыпаем в тесто ягоду. В нашем случае она замороженная. Быстро ее размешиваем и выкладываем в смазанный маслом противень. Мы решили посыпать пирог кунжутом. При желании посыпьте кокосовой стружкой или сахаром. Отправляем в предварительно разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем в течение 40 минут. Готовность проверяем зубочисткой. Вот такой красавец пирог у нас получился. Обязательно попробуйте и вы. Спасибо за внимание! Если понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Мы очень рады им! До новых встреч, друзья! Пока-пока!